Рейнско-Рурский регион, Германия. Весна 1945 год. 12-я группа американской армии под командованием генерала Бетли поступает к границам Германии. Это была самая крупная армейская группировка, известная в США за всю историю. 17 тысяч танков, я не успел дочитать. Танк «Тигр», легендарная боевая машина. Спасибо, Юра. Руди союзниками два удается поцарапать его толстую стальную шкуру. Лишь немногие враги могут пережить укус «Тигра». Его 88-летняя пушка уничтожает большинство вражеских танков всего одним выстрелом. В Германии было построено 1347 танков. Ну, я не успеваю читать, ребят, сорян. Всем привет, на канале Жемеш, это Battlefield 5, миссия с тигром. Всем приятного просмотра, поехали. Что, мне так нравится эта загрузка? Прикольная. Полтора года ждать, да? Сейчас катсцена, мне нравятся тут шикарные катсцены. Просто пушечные. Почему-то сейчас тишина. Черный экранчик, люблю черный экранчик, не? Алло, игра. Прикольно. Ага, вот музыка. Так, что это за горы? Где это горы в Европе? Пустыня какая-нибудь, вон танки едут. Едут американские вон. Когда я был ребенком, несколько мальчишек поймали момент кражи из местного магазина. Скорпиончик? Май гад. Отец узнал и ужасно на меня рассердился. Я возмутился и сказал ему, ну я же ничего не брал. Ответил, возможно, но... Чтобы бабах. На нахер. Ух ты, черчилля просто погибают молодыми. Ты виновен потому, что был там. 100%. Я Петер Мюллер. Командир танка Тигр номер 237. Я виновен, потому что был там. Ха-ха-ха, последний тигр называется, миссия. Погнали, ребзя. Танки я люблю, да. Это последняя миссия. Battlefield 5. Ну, сюжетка топ, очень маленькая сюжетка. Ну, она топовая, ну, короткая. Можно было и больше. Каждый защитник должен быть готов дать жизнь, сражаясь до последней пули и снаряда. Вот наша красотень, вот наша. Мы освободим наши города захватчиками, тоже играть навсегда. Будь то мужчины, будь то женщины, и так далее, да? Так, это на кто? Кто это наш? Скоро все закончится. Ах, не мчу я. Я Лер. Прошу, скажите мне, что у нас есть припасы и новый радист. Я могу это сказать, кец. Ну, это будет ложь. Ты же знаешь, что никогда не вру. Это очень благодарно, командир. Но офицеры не могут позволить себе расскажем говорить про вслух про эту чепуху. Все придет им в голову, в отличие от водителя, Шрёдер. Так точно. Так, это. Займи свое место. Это новый радист, да? Такий молоденький пацанчик. Обязательно повсюду сказ за нами, как бездомному псу. Он просто мальчишка. Поэтому вы познакомили его с курсом партии? Поэтому я напомнил ему, кто мы такие, Кёртс. Да, миссия просто пушка. Верьте в силы, верьте в Германию, верьте в силы, верьте в Германию. И что? И что? Дорожающий, не нервничай, все обачетненько, он же устав, а у него уже руки. А что с руками, пацан? Кёртс, поехали. Ну как там заводится? Блин, как они все прикольно сделали? Фотография, там была Женька, наверное. Че ты на чей Женька? Женька, походу. Такая женщина там намалевана. Ух, какая мощь! Не, ну тут это была мощь! Почему нам просто не взорвать мост, оставив американцев на той стороне? 100%. Потому что мы не ступаем, мы идем вперед. Ну, немецкая армия в то время не отступала, да, она шла только вперед. Хоть и понимает, что проиграет, но идет только вперед. Ну так же как любая армия. Нормальная, адекватная армия. Хай Гитлер. А где это Хай Гитлер? Нету, да? Типа просто... И что будет с ними? Эти трусы получат то, что заслужили. Помните, мы сильные, когда держимся вместе. У нас и командир такой серьезный парень. Дядя, точнее.
такие, блин. Майгю. Так, что это? Мы уже начинаем. Командование. Антон 1, помните нашим войскам конечную станции. Антон 1, срочно пройдите в депо. Мюллер, поймите заказ. Хартман, слушай, командир. Играйте на позиции. Едем. Так, что нам треба далеко, да? 300 метров. Нам сюда, да, треба, наверное, объехать? Давай вправо, мы объедем и даем с фланга. Закрывай, командир, командирскую башенку. Наступай так же быстро, командир. Со свои, не? Выстрелить из оружия. О май гад, а! На нахер. Я пердол, тут здание даже взрывается, камон. Ух ты, ё-моё. Так, развалило, да? Поехали, поехали. Просто развалил. Фигово ж тут? А. Дядь, кого ты? Ты не... Ой, мы... Икс починить. Кажется, все чисто. Пусть защищены от противника, мы даже можем чиниться, охереть. Отличная работа, вы знаете, что тигры легко с ними справятся. Так, куда мы идем? Поехали, поедем. Тут изи, да? Аборт треба ставить? Нравится ли кошатер? Ну мы его убили. Есть, танком покончено. Ну это конечно не World of Tanks, все по-другому. Мы ему башню дорвали, а ему бой. Ну, наша работа еще не закончена, мы должны убрать их все, да? Тут есть? Можем стрелять просто с обычных... С обычной пушки. Охереть, тут звуки, вражеские солдаты. На нахер. Американские. На нахер. Мы даже чиниться можем. Икс, чинимся, чинимся. А, когда мы чинимся, не можем, да, и заходить. Закончим все, что здесь можно. Все, мы убили их всегда. Я их дядя вышел из своей командирской башенки. Значит все четненько, да? Ох, кто стреляет? Хвайся, хвайся, братан, хвайся, кап-кап. Ты елки, кто стреляет? Камера не очень доп. Я пердол, два сменить оружие. Девайс указанное место. Это главный вопрос. Зараз будет какая-то сцена, да, наверное, небольшая. Уничтожьте, что там уничтожить? Так, два. Як оружие сменить? А, один. Это башня. Просто давим его нахер. Як его убить? Чинимся, да? Давайте починимся.
Я чуть-чуть неправильно играю, но ладно. Стреляем, стреляем, пацан. Мразот еще. Мы можем такой прямо? Подожди. Да побачили, цель нейтрализована. Ребята, играем в World of Tanks, камон. Маша, малей, малей. Стреляем, стреляем, стреляем. Куда текаешь? Ой, убил, да? Ну что же, когда такое еще войска, да? А где они? Будем делать укрытие, укрытие. Каждый выстрел должен, но может нас развалить, да? Уничтожить, а где они? Ребят, я ничего не понимаю, куда мне-то ехать. Черт, это что за штука? Понятия не имею. Какой-то ракетный танк. Нам куда ехать? О-о-о! Подожди, подожди, откуда он нас стреляет? А. Офигеть, подожди. Нихера себе. А, вот оно. Колесники, да? Подожди, подожди, не так быстро. Алло, родной. Башня залетела, его бачили? Чинимся, чинимся, чинимся. В укрытие. Давай. Почему мы не можем его убить? Не понимаю. А, все. Плохо дело, да? Подожди, 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 подожди. Мы говорим, да? Мы сейчас сдохнем. Мы сейчас сдохнем, да. Уничтожен. Херожил, да? У нас получилось. Все слышишь, техники, последние трубы, что? Давай починимся. Защита колонны вражеской бронетехники. Как там дела? Все, приходи в себя, все отлично, да? Куда нам треба ехать? Защита колонны вражеской техники, бронетехники. Как нам в сторону ехать? Наверное, сюда. Но я абсолютно не знаю, куда троих. А, да, он показывает на мини-карте. На нахер. Прям точку, да? Командор, ты можешь сховать? О, вы бачили? Нифига. Командор, ты можешь сховаться? Так, подожди. Наш ты вышел из... Ну, хоть... Более-менее понятно, как танк стоит. Нам сюда, че шо? Наверное ж. Осторожно, Керц, тут очень тесно. Так, ховайся, дядь. На нахер. Дома обрушиваются, все прикольно они сделали. Так накажем зараз, да? Пробили. Да сховайся ты, Алёш. Подтверждай попадение, да? Командир, ты можешь сховайся, алло. Дядька. Давай починимся, пока я не маю никого. Что ты творишь, Кирилл? В смысле? Спокойно, скоро все закончится. С механиком все равно разговариваю.
На нахер. Побачення. И первый пошел. До побачення. Ці ублюдки совсем охерели, согласен. Игры мне по зубам. А че він все равно вилазит? Мене це бісить, що він все равно вискакує. Якого фіга? Розчити вражеську бронетехніку. Командир, тебе зараз тут шатають і ти відкинешся. Зачем нам эти проблемы? Так, значит, тут база зараз техніка, да, появляется, нет? Давай к мосту. Чё мы? Трякё? Я не могу нарушить приказ. Какой приказ? Самоубийство, мы не все умрём. Это же верная смерть. Уничтожите. Так. Бываем тех. Ту-т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 у. Поехали, да? Нам кто стреляет? Ага. По нам стреляют. Привет. Как дела? Ты живой, да? Ты живой. Теперь не. А починиться можно? Чайнемся. Ой. Поехали, да? Так, нам нужно... Не попали, да? Отлично, 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 парни. Поехали, поехали. Возможно, будет серия слишком скучна, но, блин, что поделаешь? Я играю, как умею, так кажучи. Давай откатимся. Все, да? Не, да. ГВП. Куда дальше? Есть еще шерманы. Ого. Корпус не пробит. Пробит. Так. Так, подожди, стреляй, да, по мне? Это помоечка. Ага. Чинимся, да? Бачня. Чинимся, 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 пока можем. Не попал, да? Мы его развалим, изи. Где остальные машины? Мы всех убили, братан. Пойдем вдоль пуль. Бегать к депо Шимека. К депо Шимека какой-нибудь. Офигенные. Панчика, они все бачили. А куда дальше ехать? Я не совсем понимаю. Ой, ой. Ну, красный дым, что это такое? А, шибарный обстрел, да, по нам? Да. Пока сцена, зараз по нам будет артобстрел. Вот наш белый тигр. Красавчик. Да, по нам артобстрел идет. Ух, подлагой, я офигею. Попец поседаю. Не артобстрел, а самолеты нас мины по нам сбрасывают. Давай, механик, давай, кёр. Братан, в здание заезжай. У нас будут шансы хоть какие-то. Нас помитали, крас. Правое повреждение. Есть, командир? Что там? Докладывай. Братуха. Крытие долго не весь стоит, когда должен разведать путь отсюда. Отправим Хартмана? Это еще не хватало, какой-то от него сейчас толк.
Нужно верить в свою силу, командир. Ведь всегда говорили верно. Проще слабость и сентиментальность. О, ради всего-всего святого. Вы слишком важны. Мы не можем вам рисковать. А на мне орудие. Тогда это сделал я. Нет, ты водитель. Чего он этого малого так не любит? Но Харпан. Он все равно ранен. Офигеть. Им можно пожертвовать. То в смысле, братан? Ведь что, и правда его отправите? Харпан? Да. Покинуть танк. Охереть. Должен двигать для нас дорогу отсюда. Господи, боже, Мюллер, нет, он же не в состоянии. Правильно говорит он. Я не могу, прошу вас, Петер. Я не могу, лезай из танка, Хартман. Я прошу тебя исполнить свой долг. Такого малыша, блин, пускать? Серьезно? Механик молодец, захищай, а ты заряжающий крыса тыловая. В танк уходит, значит, блин. Да так ко всем относится тут. Заряжающий крысёныш. Мы, наверное, на этой серии будем на этом заканчивать сейчас после катсцены. Чтобы не было слишком долго. Там видно, братушка. Блин, походу зараз вальнут малыша. Обидка будет. У меня руки трясутся. Так, оптику, да? Там кто-то есть, походу. Походу минус малыш. Оп, и сейчас пропадет, да? Не, механик ось и водила красава. Да, малый пропал. С виду. Печально. Где Харман? Куда он делся? Он дезертировал. Откуда ты знаешь? Тихо. Тихо, командир говорит. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Движение на 9 часов и на 12. Кет, поехали скорее. Мы не можем бросить Хартона. Давай, выбираемся. Серьезно, вы кидаете его, да? Жесть, ребят. Командир штаба вызывает Антон 1. Командир, мы выдвигаемся в передовой зоне. Уничтожить все секретные документы, информация о поддержании войск в руке. Объединитесь с остальными силами в церкви. Кёрт, вас поняли, штаб. Мир, ты знаешь, что делать. Да, ребят, печально. На следующей части продолжим. Всем спасибо, всем пока.